Ребят, всем большой привет! Вы на канале S Game Street, с вами Рауль, и мы продолжаем проходить Call of Duty. Итак, у нас какая-то танковая операция. Используйте клавишу DDT, понятное дело, учить не надо, все я знаю. Так, добраться до окрестностей следующего города. Окей. Танковое сражение нас ожидает, да? О, разрушаемость. Вражеские танки за ущерб. Сохраняемся. Отличная стрельба! Супер. Залп. Как тебе это понравилось? Отлично. Сохраняемся. Управление просто какое-то привычное, честно говоря. Когда мы идти не можем, походу надо идти за ребятами. Пошли прямо. Отсюда наверх. Ага. Здесь тоже сохранишь. Может, когда ускориться, не знаю. Пулемет танка будет автоматически стрелять по войскам впереди танка. Окей, еще накатка. Лишние сохранялки не помешают. Вот они. Ты будешь кричать «Хайгитлер в аду!» О! Ну, голос резно, похоже, из World of War. Хера себе, сколько там танков. Маши его! Как тебе это понравится, блин? Как кто-нибудь! Отлично. Заберите меня отсюда! Отличная стрельба! Отлично, конечно. Капустные ублюдки подбили нас! Управление просто очень непривычное. Надо, чтобы идти, одновременно нажимать и вперед, и вертеть, да? Вертеться гусеницами. Панцершек был, да? Кто это нас подбил, а?
здесь, да? Ну, здесь. Танк! Задержите! Супер. Один готов! Есть. Ну, метки. Другие идут! Это у нас здоровье мало. Нас подбили! Маши его! Так, опять же сохраняемся. Battlefield 1 хорошая механика, там типа мехвод выходит и чинит танк. Здесь, конечно, такого нет. Задержите! Блин, там еще. Ты будешь кричать! Хайль Гитлер в аду, да? Гитлер в аду! Кто-нибудь заберите, как тебе это понравилось? Ой, блядь. Гитлер в аду! Ой, твою мать. Гитлер в аду! Угу. Попали в петлю. Гитлер в аду! Отступаем. Мне бы здоровья. Ты будешь кричать, Хальки? Конечно. Опять же, иногда забываю, блядь, включать микрофон и говорю. Держитесь! Товарищи! Отличная стрельба! И правда. Хорошо сработал. Задержите! Еще одна катка. После каждого уничтоженного танка надо сохраняться. Отвечаю, по-другому никак. Так, всех перебили. Всех уничтожили. А у нас здоровья нет вообще. О, прошли. Значит, это финальная глава была здесь. То есть финальное место, да? И мы продолжаем. Ага. Сохраняю сразу сначала. В зенитке 88-метровой. Что ли? Тут надо быть аккуратными, они могут панцерфауст не помочь. Тихо, не кипишу. Нас
здесь не пройти. Я никак не привыкну, да, к этому управлению. Хотя бы так отклонимся. Удачно. Мы опять же одни остались. Один готов. Супер. Да ладно, откуда? С какой стороны они идут? Вот именно вот это я хотел сказать. Кто-нибудь заберите меня отсюда! Отличная стрельба! О, да. Как тебе это понравится, блин? Ух ты, прямое попадание. Отличная стрельба! Так, опять же сохраняюсь. Нас подбили! Пошли его! Вот так. И сохраняем. Ся. Вижу орудие. Отсюда, к сожалению, не пройти. Одно есть. Так, окей. Успех. Как тебе это понравится, принц? Ты будешь кричать «Хай Гитлер в аду!» Отлично. Сохраняемся. Что же противовоздушное орудие «Флаг Панзер»? Ага, вижу его. Поближе подтянуться, да? Еще ближе. Это наш. Неправильно стреляю, что ли? Ну все. Очистить западный район города. Сейчас займемся. А это напарник, скорее всего, нам дали. Так. С июня 1944-го
Союзники добились значительного успеха в Европе, освободив большую часть Франции, Бельгии и Голландии, дойдя почти до самых берегов Рейна. Во многом своими успехами они обязаны русским, уничтожившим зимой 1943-го под Сталинградом немало лучших танковых дивизий Германии. На Восточном фронте русские вытеснили немцев с большей части территории России и Польши и скоро подойдут к Одеру, пограничной реке Германии. Положение Германии стало отчаянным. Бомбардировки союзников разрушили до основания много крупных городов Германии. Военная авиация Германии, Люфтваффе, была лишь тенью той могущественной силы, которая наводила ужас на врагов в начале войны и мало что могла сделать для прекращения бомбардировок и сопротивления армиям союзников. Военно-морской флот Германии «Кригсмарин» был практически потоплен. Его подводные лодки уничтожены, а моряки выдавлены в армию. Однако враг не собирался сдаваться. Не в силах остановить союзников, Гитлер уповал на оружие возмездия, ракеты Фау-1, а потом и Фау-2. Эти снаряды, несмотря на свое техническое совершенство по меркам военного времени, были слишком неточными, чтобы поражать военные цели. Поэтому они использовались для запугивания Лондона. Так, ребята, понятно. Значит, это уже начинаются финальные три миссии за каждую, так скажу, страну. То есть мы прошли кампанию за американцев, за британцев, за Советский Союз. А сейчас начинаются три финальные миссии за каждые из этих сторон. То есть сейчас мы будем, скорее всего, за американцев играть, потом за британцев, а затем за Советский Союз, и все. Финальные три уровня, и мы прошли с вами Call of Duty. Как-то так, ребята, надеюсь, вам понравилось. Если да, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока.